Йога Болесен Цао представляет архив 2012, промо к альбому «Три кита». Улыбка нахуй, чуть мотор не стукнул, теми на глаза, от давления пухнул. Вроде бы немного, где-то 5 подходов, правда получилось, где-то по 2 вдоха. Ухали, смеялись, ели по шармельке, долгий тараторн, что припев как стрелки. Види похуй, он читает, ему мало, я пойду пройдусь, чудо убрала. Да в порядке все, сам гляди зеленый, для меня это нормально, быть зеленым в тоне. Че читать мы будем, тут микос битами, и киты в походе уже рядом с нами. Че писать не в курсе, эти вон тут дуют, я сижу пишу, будто я у курок. Че ты подпустила посреди куплета, я зануда сау, белый крош тиблета. Три кита тут ака, вот такой хип-хап, нет ни губ тут нахуй, what the motherfuck. What the motherfuck, what the motherfuck, what the motherfuck, это real hip-hop. What the motherfuck, what the motherfuck, what the motherfuck, это real hip-hop. Don't worry, да я не спорю с подлинностью этих ваших историй. Глубоководных нырков, легких подъемов, круглые сутки, глаза друг другу мозолим. Сервис подрос, у нас все на мази. Алло, продаешь, продаю, привози. Голос выразительный, вообще не отрази. Не грози Уралу, центру не грози. Ладно, не высаживайся, особо не злись. Рядом нормальная лань, дикая рысь. Но если МС залупился на дис, нет, это нахуй надо, просто скажу брысь. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Связан своим словом, пацан, железяка укатает этот жирный бит. Если он начал, пацан сказал, пацан сделал, а не на углу хлопотал, бабу не лапал там. На хате балаган, битва, битлам, скандал. С моей дамой сердца я не находил себе места, и даже сейчас я это отрывок текста. Мое самочувствие меняется с улыбками у пацанов на лице. АК-47, три кита, как лекарство от стресса. Здорово интернету и всем, кто в курсе охуенных замесов. А я хотел бы отвлечься, лечиться фиточиями, народным средством. Ну вот он здесь я, как из детства, раз нету народных гостей, я всем местным. Говоришь хип-хоп, говоришь хип-хоп, и ты бог. Хи-хи-хо-хо, я удержаться не смог. Это рэп или говнопоток, главное потом, чтобы ты вывести за это смог. Ты за этот смог можешь уехать на восток. Аккуратнее мимо постов. Знак стоп, а мы летим под стоп. Пропустим поворот, нырнем как кусто. В Коста-Рике ни разу не был я давно, зато в Костроме недавно был говно. Эй-хо! Поднимите руки вверх. Руки вверх был очень пиздатый проект. Хоть пиздят все, что им не респект. Все равно имею в старых ящиках пару кассет. Диджей-сосед поставил новый сет. Что-то типа Сан-Франциско, привет. Или что-то типа Таганрог, респект. Или Тулае, вот такой какой-то бред. На мой рэп садятся как на крэк. Как подсел твой сынок на палочке Витек. Этот трек звучит на ноте ре. АК-47 посередине тире. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та. Три кита для фита, Витя, три кита. Рики-тики-тики-та, тики-тики-та.